Развитие Дальнего Востока сегодня в центре внимания российского правительства. Открывая заседание, Дмитрий Медведев напомнил, что уже начали реализацию крупных инфраструктурных проектов. Ведется активная работа по созданию территории опережающего развития. В 15 районах одного только Приморского края действует режим свободного порта. Благодаря ему создаются привлекательные условия для захода судов, в том числе иностранных. Среди стимулирующих мер и разработанный законопроект о выделении всем желающим россиянам земельных участков. Каждый гражданин сможет один раз безвозмездно получить на территории Дальнего Востока земельный участок размером до 1 гектара. Чтобы исключить получение земель без цели их освоения, участок сначала будет предоставляться в безвозмездное пользование на 5 лет. По истечении этого срока, если нет нарушений при использовании участка, можно либо оформить его в аренду, либо, ну, по сути, безвозмездно получить его в собственность. Для максимальной простоты и прозрачности запустят специальный электронный сервис, с помощью которого можно будет самостоятельно выбрать участок. Оформление обещают проводить в упрощенном порядке. При этом земля не будет предоставляться иностранцам и лицам без гражданства.